приветствую всех. Лена Миро предвещает конец карьере Ксении Собчак. И вот в связи с чем это. Ксения Собчак ездила в Росгвардию на что-то там пожаловаться. Ездила, как видите, с помпой. В ведомстве ей посоветовали то, что посоветовали бы любому простому гражданину. Если есть какие-то проблемы, написать заявление в ОВД. Это конец Собчак. И вот Лена Миро объясняет, почему. Весь авторитет Собчак держался на предпосылке. Она сейчас позвонит. Ее опасались, с ней не хотели связываться, не отвечали. И только по той причине, что она якобы могла применить страшное оружие сродни ядерной бомбе, набрать чей-то номер и порешать, кому позвонит. Этого никто не знал. Золотову, Матвиенко, самому Путину, Господу Богу. Никто не мог сказать, кому именно, все только гадали. И вот возникает ситуация, когда Ксению действительно взяли за жабры, взяли серьезно, с большим резонансом. Не помогают явно воняющие публикации в Телеграме, боты, отбеливающие анус, в ситуации, когда народ сказал Собчак нет, ей не осталось ничего, кроме как набрать номер. Собчак не просто позвонила, а поехала, приехала и получила четкий ответ. Если у вас есть какие-то вопросы, идите, как простой гражданин Российской Федерации, и пишите заявление в УВД. И это увидели все. Увидела я, то есть Лена Миро пишет про себя. Хоть для меня это новостью и не стало. Увидели вы, но хуже всего для бывшей ведущей с Бревната, это что увидела вся тусовка. И Ксюхина ближайшее окружение. Вот что все увидели. У тебя возникла проблема, ты пыталась ее порешать, ты применила самое страшное тайное оружие, ты не решила проблему. Это классический пример ситуации. Акела промахнулся, тусовка такое не прощает. После этого все в окружении Собчак наконец-то поняли очевидное за то, что они на нее накинутся, им ничего не будет. Ни директору, ни гримеру, ни водителю, ни подруге, никому. Это поняли так называемые друзья, это поняли заклятые подружки, помощницы и гримерши. Они все это поняли, и они все накинутся. Ответ, который Собчак получила в Росгвардии, это для них как команда ФАС. Много лет Ксюшеть грозила миру, фигурально выражаясь атомной бомбой. А по факту оказалось, что бомбы-то никакой и нет. Это конец. Ее заклюют свои же, которые рядом с ней в окружении, они ее и заклюют. Так выразилась Лена Миро, как это будет выглядеть, ее конец, ее карьере. Поживем, увидим, что будет дальше. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.